Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвел. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Plague Tale Innocence. Третий эпизод называется «Воздаяние». Амиция, смотри, мы победили рыцаря. Я иду. Ну, как рыцарь, не знаю, рыцарь он или нет, но латы у него были как рыцарские. Сложный очень. Ну, не сложный, он очень такой, муторный, скажем так. Он был очень легкий. Пошли. А смотрите церковь. Почему-то сюда никто не идет. Ого. Ну, по крайней мере, нам бабуля сказала. А зачем тут свечи? Чтобы показать, что ты о ком-то думаешь. Можно я зажгу? Если хочешь. Только не обожгись. Спасибо. Ну-ка. Так. Блин, мне тоже захотелось свечку зажечь. Для мамочки и папочки. Присмотри за ними. Красава. Так, ну шо. У меня камней, кстати, по-моему, не осталось. Нет, два камня осталось. Что за странный звук? Это эхо. Эго-го, здесь могут быть люди. Господи, какой ты реально. О, бусы. Это четки. Зачем мне? Чтобы молиться? С ними можно говорить с мамочкой и папочкой? Давай сделаем это вместе. Так, кажется, я знаю, где мы будем это делать. Прости меня. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Амиция, ты больно сжимаешь мою руку. А, прости. Ого, реально храм. Ну это, не знаю, это протестант. Было ли такое в те времена вообще? Я вообще не знаю. Ладно, как... Что тут вообще происходит? Куда идти теперь? Так, ну мы помолились, нашли всякие штуки интересные. Куда-то нам теперь деваться? Наверное, вот эту штуку надо сломать, не? О, тут все завалено. Зачем они это сделали? Чтобы не дать кому-то войти или выйти. Нелогично, однако. Так, ну я здесь проще использовать не могу. Давай-ка ты пока постоишь. Тебе нельзя... Почему нельзя его отпускать? Раньше можно было. Я бы сейчас отпустил его, побегал, поискал бы что-нибудь. Наверное, здесь я что-то пропустил справа, слева. О, лестница, я понял. Смотри, там разбитое окно и лестница. Может быть, лезть наверх. Надеюсь, лестница не сломается, как в тот раз. Не сломается, Гуго, поверь мне. Амиция, здесь что-то есть. Опа. Дети, что вы здесь делаете? Нам нужна помощь. Уходите, здесь опасно. Вам-то делать нечего. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо подойти и поговорить с ним. Надо бы попробовать. Куда он там пошел? Деня, куда ты пошел? Может быть, он знает, где найти Лаврентия? Наверняка. Точно он. Может быть, это вообще он, да? О, тут все сломали. Что здесь происходит? Может, они делали как попроще? Сомневаюсь. Так, ткань. Мы, наверное, уже скоро что-нибудь сможем скрафтить. Я так понимаю. Еще что-то нашли. Серу. Сера вообще зачем нужна, интересно. Ну ладно. Кто я такой, чтобы что-то такое говорить? Игре виднее. Так, ну вот мы, собственно, снизу оказались. Нет, это мы... Я знаю этот запах. Это банька. Лечебные травы. Должно быть, монахи положили их в воду. Чтобы очиститься, матушка так делала. Но все разрушили, кстати. Все бани. Спирт нашел. Реально, тут побои происходили какие-то. Они пришли сюда, видимо, и все побили к чертовой матери. Так, мы нашли кожу. Здесь ничего нет. Вроде бы. Эй, монах! Куда ты ушел? Вот туда он ушел, если что. Цветы! Такие красивые! Это гвоздики. В моем гербарии тоже такие были. Но эти красивее. Гуго, идем дальше. Подожди, иди сюда. Что? Они тебя защитят. А еще он красивый. Ладно. Теперь можно идти. Спасибо, Гуго. Пожалуйста. Прикольно. Так, гвоздики. Так, я так и думал, что здесь что-то есть. Вот я специально хотел сначала все пройти, а потом идти к этому чуваку. Селитра. Это мы что, бомбы делать, что ли, будем? Я не понимаю, сера, селитра. Это же реально какой-то рецепт бомбы уже полноценный.
Так, тут вроде ничего нету. Вот здесь вот что-то лежит. Так, это ткань, а это камень. Камень нужен. Так, сюда ушел наш дядя. А с этой стороны мы уже все смотрели. Так, подойди. Мне кажется, там что-то внутри лежит. Ага! Вот видите, вот он я. Такой вот я внимательный парень. Сколько мы всего пропустить могли здесь? Кошмар. Тогда бы мы без улучшений ходили. А разве это хорошо? Да нет. Дедуля, дядя, как тебе лучше? Священник. Отец, действительно. Опять вы? Я велел тебе уйти. На секундочку, Коваль, ты не понимаешь. Уходи, пока можешь. Пожалуйста, нам очень нужна помощь, помогите. Хотя бы ради него. Герб Роберта де Руна. Мы его дети. Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, я его знаю. И знаю, что он лечил вашу семью. Он о вас рассказывал. Я отец Фома. Не к добру вы здесь. Инквизиция пришла к нам и... Могу себе представить. Но то, что творится здесь, в 100 раз страшнее. Уходите немедленно. Не то вас ждет смерть. Но отец, деревенские хотели нас убить. Они помешались. Они совершенно помешались. Я Лаврентий. Нет, мне нельзя покидать церкви. А выйти отсюда можно через крипту. Трех святых, может, еще не слишком поздно. Я расскажу. Как добраться до фермы Лаврентия. А дальше все в руках Господа нашего. Так не понял, ты Лаврентий? Кажется, пока все спокойно. Идемте. Наверное, если жители узнают о том, что Фома замешан в том, что он помогает нам, ему пипец. Я так предполагаю. Раз они разрушили церковь, самое главное — оставаться на свету. Отец, почему на дверях кресты? Тут действительно чума? Все началось с ночных укусов. Затем люди начали болеть. Сначала отдельные семьи. Затем вокруг все, лихорадка. Бубоны, больные умирали. Когда мы наконец поняли, откуда все это взялось, было поздно. А откуда оно все взялось? Мы почти пришли. Крысы. Но если укусы, значит крысы. Брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Значит, крысы-разносчики. Ну, в принципе, логично. Значит, не по воздуху, а все делают эти грызуны мелкие. Все, к чему они прикасаются, все заражает. Особенно, когда кусают, видимо. Как раз-таки воздушно-капельный путь. Ну, кстати, может, в комментариях кто-то напишет, может, кто-то лучше понимает в этом. Стой здесь. Фрэр Морель! А он болеет, да? Брат. Ой-ой-ой, ему опять нехорошо. В чем дело? Отец? Ух ты. Нет. Твою мать. Он не убежит. Быстрее, свет! А, они света боятся. Они его кусают. Твою мать. Охренеть. Чё-то их слишком много. Так, ребята, расступитесь. Ух, они его съели. Они его съели, амиция, съели. Куда не взяли, потихоньку. Как круто. Они повсюду. Они боятся света. Насколько нам хватит, интересно, факела еще? Смотри, они ж прыгают, блядь. Какой-то кошмар. Нужно вернуться на улицу, амиция. Ясно. Нельзя останавливаться. Да ты посмотри, блядь, их просто
Ё-моё. Это второй монарх. Они ему ноги отгрызли. Надо лезть. Надо поставить факел. Так, тихо-тихо. Тут есть подставка, несцы. Ну что потом? А! Они покусали меня. Ёб твою мать. Они тут на 5 секунд налево-направо. Так, быстро к свету. Вот здесь. А здесь факела второго нет. Но тут свет есть. Так, надо быстро в темные места проходить. Я понимаю, почему нам нужен огонь. Пошли вон. Дерево быстро прогорит, нужно спешить. Понял. Пошли крыш. Убери. Успокойся, Гуго. Свет нас защитит. Понял. Уа, аж подлагивает. То есть риску ты просто... Ну, сейчас, нахуй, я бы так... Так, какой чем меня не говорили, крыса. Надо бросить палку. Так, тихо, я возле этой штуки. Надо наверх быстро. Больше нет палочек. Амиция, три статуи. Об этом и говорила отец. Так, а как нам пройти-то здесь? Как нам дальше пройти? Нету палочек. Крыса, идите нахер. Так, можно сюда пролезть. Пошли сюда. Ладно. Пошли. Так, тут мертвый еще один отец. Вот я что-то вижу. Камушки. Ну им пофиг на камни. Я могу кинуть, конечно, но это ничего не даст. Пошли вон. А может ее двигать? Наверху. Рассмотреть. А, понял. Ща. Веселитесь, блядь. Они их всех сожрали. Не смотри. Мы уже им ничем не поможем. Ужасно. Да, идем. Так. Что здесь можно сделать? Можно подняться наверх. А если они по лестнице начнут прыгать? Я никуда не хочу уходить от света. Ты посмотри, какой ужас, пиздец. Это реально. Как они такую атмосферу? Сначала ты. Хорошо. Так, ребята, идите к черту. Тут надо около окон держаться или что? Ну, в принципе, они на второй этаж не поднимаются, как бы. Но все равно страшно. Так, берем шкурку. Это что здесь сверху лежит? О, потом что-то лежит. Надо повнимательнее. А, я сейчас понял, что мы делать будем. Так, закидываем туда. Ой, хорошо. Ладно, пойдем одновременно с этой штукой. Так, мы здесь все собрали, вроде бы, да? Вроде бы, да. Так, что лежит сейчас. Оп. 6 камней. Ладно, поехали. Я пойду первая. Хорошо. Так, она сейчас будет туда-сюда летать, и мы должны прям за ее светом идти, получается. Готовься, Гуго. На следующий пойдем. Так, сейчас. Ждем, ждем, ждем. Идем. Вот так вот, под светом. А мы идем по свету. Быстро. Тубхи. Успокойся, Гуго. Все нормально. Так, побыстрее поднимусь. Ну, в принципе, сюда они уже не поднимутся никак. О, крафт, крафт, кайф. Так, у меня есть на... Ни на что не хватает, кроме одного, там что-то было на крафт. Так, я все поднял. Я показал, что что-то не поднял. Карман можно повысить. Качаем карман. Так, это упростит мне жизнь. Хорошо, теперь мы с больше камней можем таскать. Замечательно. А, крыс нет. А, блядь, нет. Твою мать, надо быстрее. Что мы должны делать? Здесь нет факелов. Что нам делать? Слышь, крыса. Я хочу поднять эту штуку. Может быть, вот эти штуки сбивать? А в чем смысл, что я их собью? А, это мясо. Это может их отвлечь на какое-то время. Так, ну-ка давай. Вам тоже покушать. Так, есть, есть, есть окошечко. Пока они отвлекаются, мы тут оп, быстренько прикарманим кое-что и пойдем. Бэ, какая гадость. Трое святых там внизу. Мы почти у выхода. Или у входа. Хорошо. Надо быть повнимательнее. Так. Вот тут надо будет сейчас вот эту штуку опрокинуть. Зажечь тут все, и они отстанут от нас. Может, скинем ее, а? Что мы можем сделать здесь? Спирт нашли. Вот эту бы штуку как хреначить, и все бы. Я не вижу здесь ничего, за что можно зацепиться. Можно на стол залезть? Кстати, да. Хорошая идея. Вы же не умеете лазать. До нас они не доберутся. Ну это, кстати, на самом деле бред. Мне кажется, они бы добрались, если бы захотели. А, мама. Не упади, не упади. Мы не упадем. Так. Нам нужно что-то здесь сделать, очевидно. Он снизу что-то лежит хорошее. Блин, что разбить бы здесь такое?
Но если мы спустимся, нам сразу это нас минус ноги, как бы. Вот там ничего не подсвечено. Просто так кинул. Я молодец. Но все, что можно сбить, обычно подсвечивается, как бы. Так, поднимаем. Может, окна открыть? Как бы окна бы открыть, было бы неплохо. Ну-ка. О, мясо. Приятного аппетита. Так, ну, в принципе... Бля, подожди, подожди, подожди. Еще мясо должно быть, значит. Я сейчас спущусь, у меня сразу прыгнут. Или нет? Давай попробуем. Тот факел. Давай, 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 доберешься до факела. Я подниму. Да. Давай быстрее, пожалуйста. Тебе уже достаточно. Тяжело, Куку. Быстрее. Ну уже. Иди сюда, приходи ты стал. Да, твою мать. Ты в порядке? Да. Тут еле земля держится. Амиция, что мне теперь, как мне теперь вернуться? Не беспокойся, ты в безопасности. А как же ты? Блять, через решетку будешь защищать меня, хорошо? Они подходят. Блять, хорошо. Так ты не ху... Меня только что крысы не съели. Урод, ты. Маленький. Ты должен защищать меня. Идем медленно. Давай. Мне же страшно, блядь. Хорошо. Так. Какой ты... Давай, 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 давай. Крысы, идите нахер. Блядь, давай сюда. Здесь, 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 здесь. Тихо, вот здесь. Оп. Там дальше факел. Да. Встретимся на той стороне. А как мне пройти? Там дыра за тобой. Других способов не вижу. Пролезь там. Ты уверена? Если ты... Если заметишь крыс, просто остановись. Хорошо, не... Поторопись, пожалуйста. Короче... Вы, уроды, все, крысы, понятно? Так, сюда нельзя, сюда можно поставить факел и перелезть. Но я хочу сначала проверить, здесь наверняка есть лут. Лутецкий. Крысы, идите нахер все. Господи, что с ними? Я сжег крыс случайно. Я не специально. Я ничего против крыс не имею, конечно. Ну, как сказать. Они мне не нравятся. Реально можно себе крыс сжечь, смотри. Не, просто всех сжег. Что, не нравится, гады? А вон, я вижу вещи, которые можно полутать. Я так и знал, что здесь что-то есть. Вот так вот, и минус еще одни. Так, берем с собой еще вещи. Что, не нравится, твари? Так вам и надо. О, еще парочка. Хе-хе-хе, реально можно ходить и сжечь. Это чуму, ну, бесполезно, наверное, потому что их тут до хера. Так, надо ставить факел и перелезать потихоньку. Да, какие гадкие твари. Надо спешить. Кстати, да, я забыл совсем. Дай твою мать, амиция, быстрее! Где ты? Ой, блядь. Скажи мне что-нибудь. А где? Ну же, давай. Я вижу палочку. А почему там же светло? Почему они там бегают? А что мне делать? Меня никуда не пускают. Тут бесполезно куда-то целиться. Что же делать-то? А, вот палка. Блин, точно. Вот я дурачок. Так, ну, он меня подождет все-таки. Я хочу полутаться. Так, давайте. Нахер все, все, нахер. Всей своей толпой. Вот откуда пришли, туда и уходите. Тупые крысы. Я все хочу забрать. Пошли вон, пошли вон, пошли вон, пошли вон. О, вот эти не смогут никуда деться. ГГ. Глупые. Так, надо палку обновить. Берем палку. Берем свет. И погнали. Шо, ребята, блядь? Сейчас я подожгу вот этот пламя, и вы пойдете в жопу. Наверху. Ты в порядке? Тут были крысы, я побежал на свет. Тебя укусили? Нет, я нашел лестницу. Но там внизу крысы. Я расчищу тебе проход. Как по комнате спустишься? Так, ну-ка. Успокойся, Мица. Все в порядке. А куда идти? Я не посмотрел, кстати. Я не знаю, куда... Блять, надо держать крыс. Долго не держать не получится. Согласен, надо обратно возвращаться. Она уже тушится, все. Надо посмотреть, куда идти. Тут что-то есть, кстати, камушки можно я возьму? Блять, какие его уроды все-таки. Наверное, надо все-таки сначала налево пройти. Я думаю. Так, крысы, идите в жопу. Всей своей тусовкой обратно. Так, есть, прошли. Только зачем мне сюда? Надо... Да, я понял, хорошо. Блять, сейчас потухнет. Надо будет зажигать. Есть от чего? Есть. Так, ладно.
Берем следующую. Все-таки придется туда в неизвестность идти. Не хотел я этого делать, но ладно. Берем. Тут вообще есть место, где нет крыс? Тут просто полчища этих крыс. Я никуда не хочу идти, если честно. Ну ты посмотри, они меня реально... У меня этот... Весь настрой падает, когда я вижу, сколько там крыс. Ну ладно, похер. Надо побыстрее вперед идти просто. Так, ребята. Рассосались. Кто-нибудь видит, что можно поджечь? Я ничего не вижу, блядь. Меня это очень удручает. Все, ГГ. Подожги все палки. О, все, бебе. Нахера? Я тут что там должен был сделать вообще? М-да. Еще раз. Доберитесь до входа в крипту. Как нахер это сделать? Там я открыть не могу без этого мальчугана. Наверх я подняться не могу. Может, что-то скинуть надо? Вот эту штуку надо скинуть, я дурак. Все, до меня дошло. Все, теперь все станет по своим местам. Там пару тысяч крыс умерло только что. Но теперь хотя бы есть куда идти. Так, поехали. Сейчас, ребята, блядь, развлечемся с вами там. Так. Ветка слишком быстро. Сдерживать крыс не получится. Опа! Подожди, у меня кое-что есть для тебя. Что у тебя для меня есть? А у меня вот веточек здесь нет, как бы. И что мне здесь делать? Ё-моё. Отлично, спасибо тебе. О, он еще одну сбросил, походу, да. Но у меня веток нет больше. У меня как-то добраться-то обратно теперь. Ребята, кто знает, как обратно добраться? Блин, ну они тут прям, смотри, ждут меня. А, вот здесь сверху может пробраться. Ну-ка. Сюда нельзя забраться? Да можно же, по-любому. Да почему нет? Ой, блядь. Так, а если я пробегу назад? Блин, мне веточку... А, ву. А, ну-ка. Развлекайтесь. Аж пролагало. От их количества. Так, окей. Значит, что мы делаем? Я здесь что-нибудь собрал, не? Так, возьмем-ка на всякий случай свет. Скусаться начну, потому что... Ребята, поделитесь лутом. Есть лут? Лутецкий. О, есть что-то. Так и знал. Так, назад уходим. Обратно. Хорошо. Так, веточку надо взять. Сейчас моя веточка погаснет. Блин, очень ненадолго хватает веток. Как-то нереалистично. Сделали бы чуть подольше хотя бы. Так, здесь можно пройти. Здесь можно пройти. Привет, ребята. Так, поджигаем, значит. Идем дальше. Зажигать следующую. Так, ребята, рассосались. Рассосались, блядь. Вас тут не ждали. И поджигай. Опа! Теперь ты можешь спускаться. Так, берем, значит, это. Берем это. Ну-ка, блядь. Ну, суки. Ну, суки, смотри. Все время пытаются убежать. Все сожглись. Так, берем. Я сейчас еще обновлюсь. Ну, типа, надо будет еще одну взять по-любому. Так, мы можем подняться наверх, кстати. Точно, наверное, ничего не надо обновлять. Сейчас у нас веточка прогорит. Ай-яй-яй. Пошли. Забирайся. Хорошо. Так. Тут сверху есть что-нибудь? Я знаю этот рисунок. Таборт крестоносца. Таборт. Я не знаю, что такое таборт. Давай прочитаем. Последний большой крестовый поход случился целое столетие назад. И теперь церковь столкнулась с множеством первых опасностей, болезней, голод, войны. Все эти беды подталкивали людей к вере. Ведь острую потребность в духовном поддержке духовенство спешило, спешно обучало новых священников. Но многие люди отходили от церкви, надеясь найти ответы в различных еретических сектах, суевериях и язычестве. Интересно. Так, и что, я сюда для картиночки поднялся? Но с другой стороны, что-то еще есть. Видимо, нам все-таки вниз надо, на тот выход идти. Ладно. Опа, я нашел инструмент, а он, кстати, золотой, по редкости. Ладно, интересно, интересно. Сима. За мной. Сюда они не пойдут. Тут нас горит солнышко. Давай, иди сюда. Сейчас мы возьмем веточку, поджигаем и пошли. Тут вообще пройти понты, но без веточки мы не пройдем с тобой. Пошли вон, скотина.
Хорошо. Обидно, да, ребята? Обидно, блядь, такому надо. Твари. Вон тут еще, блядь, просто повсюду. Вот этих можно сжечь. Не успел сжечь, ладно. Так, берем еще одну. Поджигаем. Что-то я долго здесь, на самом деле, вожусь. Но мне безумно нравится. Видимо, это с этим связано. Пошли вон. Тихо, тихо, тихо. Все, расщепились. Расщепились, уроды. Так, ну и поехали. Открываем. Тут вроде тихо все. О, крысы, видимо, сюда не проникли. Крипта. Спасибо. Идем отсюда. Да, далеко что-то там. Так, что мы можем? Сумку прокачать. А что мы качали? Карман. 12 материалов каждого типа. А, я понял. Сумка для снарядов. А это для чего? Сумка. Выстрел максимально точно требуется меньше времени. Что? О. Проще, больше крупнее. Отлично. Неплохо, совсем неплохо. Действительно. Крысы с той стороны, они сюда не пролезают. Видимо, они с помощью этих баррикад защищались. Лезь давай. Но мне кажется, что это смешно, крысы бы их обошли легко. Просто с легкостью. О, что такое на земле? Все время... Как же мне сюда добавить? Все будет хорошо, только не отходи далеко. Так, вон, я вижу впереди свет, надо до него добраться. Надо будет быстро это делать. Что это на стенах? Я не знаю. Ай-яй-яй. Мыши, идите нахер. Сколько их здесь, просто жесть. Поджигаем. Что, нравится, урода? Это все они. Ты так думаешь? Да. Мы угодили к ним в гнездо. То есть они станут еще злее? Ну, нет, блядь, добрее станут к нам. Скажут, ой, гости дорогие, заходите, блядь. Мы вас ждали. Вон, следующую поджигать. Так, пошли вон. Грите, твари. О, господи, сколько... Амиция, здесь нельзя трогать стены. Воздух жжет мне горло. Жесть. Так, поджигаем. Так, это еще одно место. Тихо. Нам нужно... Сюда. Мы дошли, Гуго. Пошли, пошли, быстро, причем надо бежать. Беги! Ох, блядь. Ох, ой-ой-ой. Ну ничего. Все, мы на солнышке. Пошли в жопу, тупые... Крысы, мы смогли. Я хочу к мамочке. Я не хочу, чтобы она была мертвой. Я хочу, чтобы она вернулась.